На старте Зайцев Владислав с немецкой овчаркой Inwork Style Tomahawk. Этому кобелю 4 года, 4 с небольшим. Первое упражнение – обыск укрытий. Очень быстро собака бегает первое, второе укрытие, плотно, внимательно. Показывает хорошую управляемость, хорошие реакции на команду, на подзыв. Четвертое укрытие обыскано очень внимательно, плотно. Пятое укрытие. Снова реакция отличная на команду, на подзыв. И шестое укрытие. Очень энергично собака облаивает фигуранта и тем самым обозначает, что она его нашла. Плотное удержание фигуранта. Собака стабильна в этом поведении. Также не реагирует на подход проводника, продолжает удержание облаивания. Быстрый и корректный отзыв по команде. Довольно спокойно, хорошо, надежно собака сидит при выходе фигуранта из укрытия. Немножко перевозбуждение показывает, торопится перейти к следующему упражнению. Тем не менее, сохраняет, контролирует себя, сохраняет позицию. Очень внимательная, энергичная укладка и ожидание действий от фигуранта. Ой, к сожалению, не очень удачная хватка в локоть, и собака не смогла сделать эффективную и полную хватку. Так бывает, все живые люди, собаки. На контратаке собака тоже не делает, к сожалению, хорошую хватку. Здесь, возможно, занервничал после первого упражнения, и на нервах по инерции сделал еще снова ошибку. Возможно, это есть какие-то проблемы в тренинге. Сейчас следующее упражнение нам это покажут. Но в целом собака настроена по-боевому и хочет работать в защиту. Нет никаких сомнений в том, что собака может и желает взаимодействовать с фигурантом и противостоять ему. Очень хорошо собака сейчас держится в заднем конвое, хотя мне кажется, что, может быть, она могла бы быть более внимательной при этом к фигуранту. Вот насколько я вижу, с моей точки зрения, сейчас хватка была вполне полной и крепкой. Может быть, чуть более излишний отпуск по команде. Фаза охраны, просто собака выглядит как заведенная машинка. Кажется, что это настолько энергично и настолько заведенно, что живое существо не может делать это, ну, в таком единообразном ритме. Тем не менее, я наблюдаю эту картину. Боковой конвой. И дальше проводник уходит на точку для упражнения нападения и сдвижения. Собака энергичная, показывает великолепную управляемость, держится внимательно и плотно и корректно рядом с левой ногой проводника. Происходит смена фигуранта.
А Владислав Зайцев тем временем занимает начальную точку, основная позиция, придерживает собаку за ошейник. Судья делает пока что себе какие-то пометки. И дает сигнал фигуранту на начало упражнения. Фигурант выдвигается навстречу собаке, делает угрожающие взмахи, крики. Собака идет в атаку. Быстро, решительно, насколько я вижу, делает очень хорошую хватку, глубокую и полную. Быстро по команде отпускает, демонстрирует фазу охраны, которую он уже успел заявить ранее, без какого бы то ни было падения энергии, прям вот как заведенный. К сожалению, хватку и поведение собаки мне с моей точки зрения на контратаке было не видно. Вижу, что собака отпустила очень быстро и очень энергично, убедительно и целенаправленно облаивает фигуранта, демонстрируя прекрасную фазу охраны, и ждет подхода проводника. Немножко стал задыхаться на вот уже в самом-самом окончании. Команда рядом и боковой конвой к судье. Да, видно, что вся эта работа дается собаке не так уж легко. Немножко, несколько запыхался. Может быть, больше хотелось бы внимания, напряженного внимания к фигуранту. Послушаем в комментариях, как это оценит судья. И вот завершающая часть этого упражнения. Отход на 5 шагов, основная позиция, поводок. Спортивная пара номер 41, Зайцев Владислав и Тамагавк, завершили свое выступление в защите. Так, номер 41. Молодой, горячий, кобель. Прекрасная собака защитная, но есть небольшие недочеты. Поиск помощника. Лает в начале упражнения. Очень хорошо. Удержание облаивания. Очень хорошо. При обращении в пункте бегства должен быть спокойнее в основной позиции. А хватка должна быть полнее. Отпуск должен быть. Должен быстрее отпускать. С большим желанием. Хорошо. Контратака. А хватка должна быть полнее и крепче, переходная фаза спокойнее, хорошо. Заднее конвоирование очень хорошо. Нападение заднего конвоирования. Хватка должна быть лучше, крепче. А переходной фазе собака должна быть спокойнее, очень хорошо. Нападение и движение. Хватка должна быть еще полнее. Переходная фаза спокойнее. Отпуск без сомнения. Хорошо. Контратака. Хватка должна быть намного полнее. Переходная фаза спокойнее. Хорошо. Сегодня 84, хорошо, ТСБ выражено.